В Ханты-Мансийске стартовал Югорский промышленный форум. В его рамках участники смогут посетить три выставки. Югра малоэтажная, нефть-газ-добыча, сервисное оборудование и малая и средняя авиация. Также эксперты обсудят такие важные для автономии темы, как внедрение бережливых технологий на предприятиях, новейшие управленческие решения и методики работы с потребителями. Завершится форум в пятницу.